ребром варочка, горизонтально. Горизонтально. Молодец, Руслан, берешь следующий цвет, нежный сиреневый, и делаешь небо приблизительно вот до конца крыльев. Ребром, не забываем. Горизонтально, мелочек. Вот так? Да, Даша, молодец. Цыпленок должен у нас выйти очень красивый. Поставите его рядом с пасхальным натюрмортом, да? С ключами, с яичком. У меня есть специальный карандаш, который красит яйца. Ну, тем более, вот яички красишь с мамой и поставишь цыпленка. Можем сдруживать цвета нежный сиреневый и нежно-голубой, чтобы небо у нас еще было лучше. Молодцы. Снежно-розовый до конца, до холмика. Браво. Берешь нежно-розовый и делаешь до холмика нежно-розовым. Вот этот? Нет, нежнее еще. Есть нежнее. Вот этот? Да, молодец. До холмика? Да, до холмика.